Приятного аппетита всем тем, кто ест, а остальным просмотра. Добро пожаловать в игру под названием Fast Food Manager. В этой игре мы будем в роли работника общепита, даже сказал бы менеджера. Мы будем управлять своими закусочными и не будем же томить, давайте же начнем. Кстати, томить мы наверняка будем готовить какой-нибудь вок, поэтому томить нам придется. Но не вас. Так вот, в этой игре вы можете купить несколько точек реализации для вашего бизнеса. Для того, чтобы посмотреть список доступных, нажмите на «П» и что-то про недвижимость. Так, я не дочитал. Так, продажа недвижимости $100, у нас наш баланс 500. Позволяют финансы, а это значит то, что мы идем. И да, вот она наша точечка. Вкусная, прям что и точка. Как вы видите, вокруг вашей точки грязно. Чтобы это исправить, нажмите LKM. Угу, понятненько. Ну, в принципе, начинаем тогда убираться. Тут раз нас попросили, да и в принципе, ну, как бы даже это и красиво будет. Что-то тут у нас. Начни день правильно. То есть без кофе ты зомби, а с кофе... Ты, я на самом деле сначала тоже зомби, но в принципе с чемоданчиком бежишь уже на работку. Вот так вот прекрасненько все и работает. Привет, человечек, как у тебя жизнь? Понятненько. Так, значит, давайте-ка мы уберем эти мешки, там еще кирпичи остались. Надо это все тоже с собой убрать, потому что, ой, так, нам какую-то подсказку дали. Но, окей, надеюсь, сильно нам не помешает. И нам, наверное, нужны... Я там видел в этой подсказке какие-то стулья и не успел увидеть. И какая-то машинка. И, кстати, у нас уже есть конкуренты, я так посмотрю. Да не от доброго, сэр. Что вы тут? Пиво. Ну, раз тут даже полицейский есть, значит, все, так сказать, законно. Итак, давайте-ка мы вернемся, и, может быть, П нам подскажет. Так, что тут у нас? Мой бизнес, рейтинг услуг, список дел. Так, да, смотрите, купить стол, установить цены, кофемашинку, стул, стол, сахар, молоко, кофе, воду, стаканчики, настроить внешний вид ларька. Ну, прям все, чтобы не забыть. Ага, ого, красиво. Так, ну и, собственно, навигация. Вот мы здесь. Вот у нас магазинчик. И как бы нам туда добраться? Я так понимаю, что там мы сможем купить все необходимые приметы. Наверное, надеюсь, точнее, вот тут. Это все находится. Дело. Итак, я уже, кстати, вижу отсюда конкурентов. Еще больше конкурентов. Нифига тут аж. Так, что-то тут у нас. Вот тут как раз-таки томят нас. А так, будьте бы мне любезны, суши, пожалуйста. Да, с лососем и с крабом. Нет, вместе. Так, также там я вижу маслица, наверное, для темпура. Так, что тут у нас? Тут у нас никто не работает, тут у нас кровь. На прилавке, понятно теперь, почему тут никто не работает. Так вот, собственно, продвигаемся. И так, что тут? Инфобокс без инфы. Понятно. Информативно. Так, ага, вот у нас магазинчик. Надеюсь, нам новую подсказку выдадут. Потому что предыдущую я пропустил. А, в магазине продается различная техника, но пока вас интересует кофемашинка. Чтоб ее купить, я так понимаю, на ЛКМ. А, так, действие 150. Слушай, как-то дороговастенько, но окей. После покупки любого товара он отправляется в инвентарь. Понятненько. Так, видите, разнообразные столы, стулья. Да ладно, да что вы говорите, а я думал сова. Так, давай, табуретки, я не знаю, сколько тут стульев, но давай купим вот такие красивые, 3 стула купим. Здание выполнено. Так, также тут можно такой круговой столик за 150, не, спасибо. Так, также тут, смотрите, такой круглый столик. Я бы вот купил такой, но давайте потратимся на вот такой, на один. Так, да, нам столько достаточно, кстати. А, вот этот подешевле, но он похож на
стул, знаете, с каких-нибудь школ из Америки. Вот прям мне что-то напомнило. Так, а тут продукты. Продукты, субпродукты. Так, давай-ка мы, ну, купим... Хотя нет, постой, что нам нужно для кофе? Для кофе, ну, наверняка нужна вода, кофе и, может, там какие-то подсластители. Так, давай-ка мой бизнес, шоп. А, вот тут цены. У нас было задание установить цены. Так, чтобы продавать вам выбранные товары, необходимы продукты. Так, 2,50. Давай-ка мы увеличим цены на 3,50. А, нет, в продаже каких-то баночек, пончиков. Давай все поставим. Все поставим. Давай газяву за 2,50. Вот это за... Давай за 2,50. Пончики по 3. Что тут? Ну и круассаны, чтобы красиво было, тоже поставим за 3, как и любой другой пончик. Среднестатистический, кстати, постой, там было же название магазина, возможность установить. Я что-то это не сделал. Так, давай-ка мы это исправим. Исправим. Так, я уже все забыл. Магазин. Так, у меня какой там русский. Давай напишем. Ну, конечно же, вкус, ага, вкусный я, точки, вкусный я точки, да, я немножко опечатался, но, в принципе, это то, как и должно это звучать. Так, давай-ка мы вернемся, и, собственно, что там, по-моему, вода, так, давай-ка сразу с запасом, 3 бутля. Хотя такого один бутыль, это уже, по-моему, запас хороший. Дай-ка мы кофейку. Что тут у нас? Для бургеров булочки, я так понимаю, для хот-дожиков, соуса, масло темпово, картошка фри. Во, сахар. Сахар давай купим 2 баночки. Ну и стаканчики для кофе. Вот наверняка понадобится. Давай-ка сканировать тут что-то можно. Вряд ли, конечно, качественно сканируется, потому что разрешение оставляет желать лучшего у меня, но окей. Всякие тут полуфабрикатики, морковка упаковки, по-корейски, наверное. Итак, давай-ка молоко там, по-моему, надо было. Ну, можно с запасом. Надеюсь, не стухнет. Так, да, я все купил. Так, лайтбокс, наведите. Понятно, надеюсь, вам тоже. Постой, давай-ка купим вот эти вот шоколадки за $1.75. Давай-ка мы купим 5 шоколадок, давай. Круассаны прям так лежат, не в коробочке даже никакой. Давай вот круассанов побольше, потому что кофе плюс круассан равно must have. Как говорится, газява. Газява, кстати, хорошечно. Можно даже, я не знаю, 20 взять газявы, прям на будущее. Хотя, в принципе, преувеличивать с этим надо. Пиво. Нет, я не буду продавать пиво. Шоколадные батончики. Ну, давай купим. Наверняка же я тоже поставил на них там цены. И пончики. Пончики. Слушай, дорогие пончики. Ну, давай 2 купим. И с Богом, как говорится. И поперли обратно там на точку. Там я видел еще салатик. Но это, в принципе, на будущее. Мы же не только будем кофейню открывать. Мы будем... расширяться как личность, как менеджер и как ИПшник. Хотя скоро и, наверное, ООшник. ООО «Вкусные точки». И давайте-ка мы подбегаем к нашей точке, вкусной точке. Ладно, хватит этой уже вкусной точки. И так, можем открыться, но мы же даже ничего не поставили. Так, давай-ка устанавливаем оборудование. Угу, все понятно, спасибо, я уронил стул. Поставим стол. Вот так вот, красивенько. Так, нет, я немножко не то открыл. Я открою вот это, пожалуй. И открою и поставлю вот так вот, чтобы вид на стройку был у этого сидящего человека, а не на... Что это, я не знаю, церковь какая-то, школа, не знаю. Может, просто какой-то универ. Так, время 5:40. Давай-ка мы... Так вот, настроим внешний вид.
А, да, все понятно. Так, какие тут у нас есть логотипчики? Так, вот такие. На продажу нет. Время кофею. Так, ну давай, да, такой вот. Хотя время чая тут написано. Ну давай, окей, будем привлекать. Хотя нет, давай-ка мы не будем так вот лгать нашим посетителям. Да, вот. Look into my coffee eye. Вот прям то, что надо. Так, что тут поворачивать? Давай-ка мы так будем. Так, элемент. Это что тут у нас? Какие-то элементы. А, непонятно. Это плохо, когда непонятно. Так, вот это понятно. Это верхушка. И давай-ка мы сделаем подстать. Не, постой, я хочу сделать своего любимого цвета. Наилюбимейшего цвета, который тут прям такой себе. Ну, давай, вот в принципе. Окей, в принципе, пойдет. Давай-ка, что тут у нас? Что-то серое. Давай оставим это серым. И вот это, я так понимаю, будет. Да, это вот наш логотипчик. Ну, собственно, все. Тут особо нечего менять больше. Вот такой вот будет. Вау! Прям какая-то RGB-подсветочка. Не, ну просто мне нравится. Вечерняя кафешечка. Давай-ка поставим-ка. Это на превьюшечку. Возможно, да, возможно, наверняка это пойдет не на превьюшечку. Так, что это мой бизнес? Компостировать, точнее, кастомизировать, что тут компостировать. Я буду такими темпами только мозги. Так, давай-ка тут как раз-таки раз, два. И постой, там что-то я видел, выключить. Взять несколько. О, полезно. Полезно, но постой, наверняка это не использовалось, потому что. Тогда я вот так вот ровненько. Раз. Да! То, что нужно. Полезненько. Полезно. Так, давай-ка. И, кстати, много стаканчиков. Хорошечно. Ой. Ой, упали немножко, но они не рассыпались. Что не может не радовать. Так, давай-ка. Молоко. А, да не стухнет. Навряд ли стухнет. Скажем, что это как его? Сухое молоко. Сухое молоко. Так, давай-ка вот так. Вот так. И поставим, чтобы видел народ, поставим шоколадки. Шоколадки поставим эти. Ой, ну и не буду я уже раскладывать все. Нет, давайте одну дадим вот этому другу. В знак нашей новой дружбы. Ну и давай запускаем все. А, не запускаем. Запускаем завтра. Окей. А, уже ночь. Кстати, блин, я бы... Здравствуйте, мадам. Вам помощь не нужна? Нет, не нужна. Ладно. Отель. Мы, кстати, в отеле живем. В отеле? Так, постой. Мы должны, еще, я так понимаю, покупать что-то в отеле. Ладно. Окей. А, кровать. За 150? Постой, так а как я куплю? 150. 50. А что это? Диван мини. Или 60. Постой, 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 постой. Так, это какая-то кухня с диваном. О, 30, нормально. А, и поспать можно. Все, мне повезло, так сказать. Доброе утро, новый день. Да, у нас тут голограммы вместо мебели. Кстати, телек, я так понимаю, сколько он стоит? 150. Ну, в принципе, техника я так понимаю, тут стоит примерно одинаково. Ну, окей. Конечно, нереалистично, но, в принципе, окей, мне это колышет не должно. Так, здравствуйте, мадам, уже вчера встречались. И давай-ка поставим вот так вот круассанчики, чтобы, а, вот так можно поставить, чтобы как бы видели, что они есть и что они красивые, пышные, хоть и вчера куплены. Так, ну давай, а давай все расставим просто, чтобы уже не это, да, чтобы все, собственно, было красивенько. Так, пончики. Пончики. Хотя не очень красиво, скорее бардак. Так, и что тут? А, смотри, коробочка с пончиками. Так, постой. Цены, может, мне надо установить? Или я устанавливал, я чтобы запамятовал вот это. Не, я все установил, я красавчик. Я, как говорится, еще и скромный, еще молодец. Так, можете увидеть список задач. Кстати, какие у нас задачи? Вы знаете, я люблю ставить вот цели,
и до них доходить, и тупо ничего другого не делать. Так, следующая задача. А, я уже сделал большинство задач, что тут, купить всякие сладости и заработать 7,50. А, доброго утра, сэр. Так, вы хотите шоколадку? Хапайте шоколадочку. А, также хотите... Ага, ого, понятно. Понятно, что у меня не заправлен автомат. Так, добавить воды, добавить сразу 20 литров. А, так, зерна. Так, постойте. Погодите, пожалуйста. Сейчас все будет. Так, что у меня не так уже? Все нормально. Так, да, все нормально. Так, кофе с молоком. Так, вам пончик коричневый. О, господи. Так, деньги лежат. Уже напор клиентов. Да я популярен. Я знаменитая кафешечка. Так, вам, миледи, пончик. Берите. Вам, миледи, в камуфляжном... при камуфляжном обеде. Вам тоже пончик. Тоже белый. Так, и шоколадочку. И еще вот это, но... Фух. Так, я уже мало что понимаю. Глаза разбегаются. Так, вам... На скаута, кстати, похож из Team Fortress. Так, давай-ка. Снова кофе с молоком. Чего вам? Так, вам то, что у меня в инвентаре, а именно шоколадки. Так, это может... Это напоминает мне какие-то такие, как это, мерси. А, все. Какие-то ириски, я бы сказал бы. Кстати, ириски нормально, они так много в баночке. Ой, кстати, я сахар забыл. Давай-ка вот так. Добавить. Отлично. Фух. Так, размешивать, увы, нечем, но все-таки. Так, деньги. И сколько мы тут заработали, я даже за мусор этого всего не могу посмотреть. $50. Так, постой, у меня было вот 25. А теперь у меня мусор под стульком. Так, постой. А, мадам, вот... А, тут была ириска, окей. А, какая вы мадам? Вы не мадам, вы сэр. Сэр, извиняюсь, но вот ваше все. Так, давай-ка мы уберем. И так, человек хочет коричневый пончик. И два коричневых и белый. У меня нет. Блин, вот знаешь, я так понял. Сейчас все вот это вот делать, все это посмотреть. Я знаешь, как сделаю? Дружочек ты мой, который смотрит это видео. Я как сделаю? Я беру с продажи пончики. Потому что, ну его нафиг. А вот эти, что остались, я дам нашему другальку. Кстати, сколько? Ага, у нас уже все, как говорится, популярно, знаменито. И все хотят наших пончиков, наших шоколадочек. Но мы, кстати, даже вот ей не можем дать шоколадку. А, нет, ей мы можем дать ириску. Ириску. Так, погодите. Мисс, вот ваш ирис. И ваш круассан, шоколад закончился. Так, шоколад закончился, увы. Блин, надо сладости вот этих закупать. Потому что. Так, ириску. Давайте-ка мы поставим эту ириску. Пончик отдадим вот этому дружку. Да. Кушайте на здоровье. А эту картоночку мы уберем, потому что ну его нафиг. Это грязно. Так, у меня никто не хочет покупать кофе. И, блин, может добежать? Давай добежим. Просто, чтобы хотя бы купить шоколадочек и купить ирисок. Хотя у меня, постой, у меня же точно ничего там не завалялось. У меня газировочка, кстати, завалялась. Никто не хочет газировочки. Только что понял. Хотя в продаже вроде бы я ее ставил. Так, сюда. Быстрее, быстро, как молния Маквин. Шоколадки мы, конечно, навряд ли успеем раздать. Кстати, а сколько у нас престижа нашего бизнеса? Сервис 1,5 и комфорт тоже 1,5. Так, я не понял. Ну, окей, типа для прям начала самого, наверное, нормально. Так, что там, заправочка какая-то? Окей. Фух, пока что запутано, хотя, может быть, я просто
делаю вид. Итак, кто-то уже захотел там кофею, давай-ка мы просто купим, не знаю, 8 шоколадочек за 14, купим, так, еще вот этих ирисочек купим, и что? И все. Давай шоколадочек побольше купим. Что-то тут у нас, постой. Это лаваш, окей, ладно, неважно, у нас хотят молоко, мокко со взбитыми сливками, ладно. Просто, я так понимаю, это капучино либо латте, это типа такие кофеи, которые у нас с молочком идут. Только, по-моему, в латте, если не ошибаюсь, больше молока, чем в капучино. Так, и нам там помешали люди, но это нам не мешает людям. Так, давай-ка мы с разбегу вот этой даме, которая нас дожидается, впендюрим шоколадочку. Так, это не вы. Кто хочет шоколадочку? Ты хочешь шоколадочку? Так, давай-ка. Круассанчик. Круассанчик. Да блин. Что, я не достаю до человека. Так, какой кошмар. Какой кошмар. Так, давай, кофе с молоком. Хотя бы одно должны успеть. Так, никто не хочет шоколадку. Печально. Печально. Так, давай-ка. Вот, извиняюсь, вы ничего не видели. Ваш круассанчик и ваш круассанчик. И мне бы купить круассанчик, потому что уже так себе. Кстати, ириски, да, я уже могу не покупать даже ириски, они мне уже хватит. Смотри-ка, я практически уже окупился, мне только осталось тадамс. И, кстати, сколько дают за кофе с молоком и сахаром? 3,50? Типа за любое кофе? Блин, как-то невыгодно звучит. Ну, ладно. Так, сервис, надеюсь, у нас особо не, так сказать, не повредился от невыполненных заказов, но... Так, газировку, кстати, наконец-таки. Вспомнил я когда-то о ней. Вот ваша газировочка, мистер. Дай-ка мы тут расставим ее. Угу, да, расставим. Расставит этот человек эту газировочку. Так, дай-ка вот так. Ой, немножечко упала. Ну, это, блин, ну не страшно, ладно. Постараемся более аккуратно это как-то делать, но она сама не хочет быть аккуратной. Так, мне, кстати, да, надо быть аккуратным, потому что, господи, это же все-таки деньги. Так, извиняюсь, ваша газировка, мистер. Так, кто хочет? Да, в принципе, вы хотите, я так понимаю. Блин, черт, как это убрать? Ладно, последняя газировка, надо ее куда-то поставить. Мусора куча. Так, давайте-ка. Шоколадку милой даме. А, у меня еще есть шоколадка. Ириска. Черт, у меня куча шоколадок. Все валится. Так, взять единицу. Берите, коп. Мистер полицейский, все у нас тут, как говорится, законно. А иначе быть и не может. Фух, тяжелый денечек. Сколько там, кстати, от него осталось? От него осталось ириски. Так, что там? Не, 5,40, так что мне просит ирисочку сверху. Нет, пока что монет на ирисочку. Давай-ка мы просто убираемся тут, чтобы комфорт чуть-чуть поднять. И давай-ка мы возьмем газяву. $80. Нормально мы. Так, человек, вот тебе кофе обыкновенный и шоколадка красивая. Красивая шоколадка. Так, пончики, кстати. Давай-ка мы вот, знаешь, что? Дай-ка мы уберем коробочку. А, я думал, уже пончики у нас свистнули. Ну нет, мы отдадим. А это, пусть, знаете, будет такой... Типа подарочек нашему конкуренту, чтобы он подумал, что мы такие все хорошие, да, а он не так уж и не хитер. Он не хочет брать. Ладно, бери. Все. Полицейский может съест. Как бы. Да. Так, хотите кофе с сахаром? Вот ваш кофе с сахаром. Та-дам. Так, я взял. И еще один взял. И еще, замечательно.
Фух, мне бы как-то прибраться тут немножко. Брать молоко, не знаю, может. Так, еще человек прям заспамился. И стаканчиков, out of стаканчики. Так, и шоколадочку для милой дамочки. Так, все, может, уже хватит рифмовать слова. А то, наверное, так-то себе звучит. Ну, что вы выкинули? Ну, мистер, ну, уборщик. Вот реально, он похож на уборщика, но при этом выкидывает мусор. Просто, не знаю, под текстуру. Или типа не видно, значит нету. Не, конечно. Так, круассан хочет человек. Кстати, его бы закупить, а то он уже все. Уже практически не осталось. Фух. Тяжелый выдался денечек, но зато сотку долларов мы заработали. Ну, давай-ка уже раз на то пошло, раз уже начал, давай-ка хотя бы немножко расфасуем тут все это дельце. Потому что, да, как говорится, бардак, бордель. У нас тут замечательный, в скобочках не очень. Так, давай-ка сюда. Угу, замечательно. Опять у нас все некрасиво. Во все... Во, надо, знаешь, что было назвать? Ну ладно, уже не буду переименовывать. Надо было назвать «Льем во все тяжкие». Да, это должна была быть шутка с чашками. Типа, во все тяжкие. Наливаем во все чашки. Да, но тут у нас такого нет, поэтому шутка фиговая. Так, окей. О, какая красота. Сейчас это как доминошка все это развалится, просто потому что. Ну, окей, зато будет удобно брать. Ну, тут уже доминошка развалилась. Так. Ну, не знаю, открыт ли магазин, но, наверное, открыт. Ну, и давайте-ка мы побежим в наш хостел. Хостел. И даже думаю, я, наверное, на этом буду заканчивать эту, так сказать, первую вступительную серию. Спасибо, что сегодня был со мной. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. Пока!